Здорово. Сегодня посмотрим, попробуем поиграть в Gunsmith Simulator. На данный момент версия пролог. Посмотрим, как игра вообще, стоит ли продолжать. Так, давайте побегаем, посмотрим. Это у нас, я так понимаю, какой-то гараж. Здесь у нас и столы для работы. Щелкните, чтобы ввести машину. Ага, хорошо, понятно. Поводим машину. Компьютер. Заказы можно найти с помощью компьютера, я так понимаю, да? Давайте еще немножко пробежимся. Машина. Необходимо загрузить оружие в багажник. Ух ты, смотри. Автоматические двери. Огонь. Так, что тут еще? Необходимо освоить навык работы с металлом. Слушайте, то есть здесь можно чем-то заниматься очень длительное время, да? Фрезеровка. Нужно оружие. Токарный станок. Ну, понятно, для всего этого нам нужны какие-то дополнительные навыки. По ходу, в течение игры они у нас развиваются, да, каким-то образом. Окей, давайте посмотрим заказы. Щелкните, чтобы ввести машину. Окей, давайте поводим. На этом моменте немножко игра у меня подзависает. Ну, ничего страшного. Так, почта. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что у нас тут на почте. Добрый день. Работа с оружием требует частой практики. Чтобы войти во вкус, можно принять и попробовать выполнить 4 задания из раздела «Оружейные услуги». Если справитесь, положите готовое оружие в багажник и испытайте его на полигоне. А, то есть мы можем еще с готового оружия поехать пострелять. Ну, отлично, посмотрим. Хорошо. Так, перейти к договорам. Gunsmith сервис. Миротворец слегка поврежденный. То есть, так, давайте, смотрите, у нас есть револьвер, автомат Калашникова, дробовик и еще один пистолет, да? Ну, я так понимаю, если этот заказ у нас первый, наверное, он самый простой, да? Давайте попробуем принять. Так. Че, как? Моя пушка в плохом состоянии. Давно я не пользовался. К сожалению, заняться ей было некогда, так что решил довериться профессионалу. Тут есть несколько поврежденных деталей, а еще ее неплохо бы почистить. Заранее спасибо за работу. Ну, давай попробуем принять. Миротворец слегка поврежденный. Да, принимаем. Принимаем. Так, что, нужно отсюда выйти, да, судя по всему? Вскройте упаковку, чтобы приступить к работе. Давай вскроем. Не проблема. Угу. Так, приступить к работе. Угу. Разберите оружие. Необходимо разобрать оружие, чтобы заняться ремонтом. Ну, как бы логично. Окей. Так, как это у нас все тут происходит? Просто вручную, да, все откручиваем. Угу. Тут везде болты. Это все нужно откручивать. Поднять. Давай поднимем. Так. Ага. О, почему этот болт сам открутился, я не понял. Угу. Угу. Так, про болты не забываем. Еще болты. Так. Еще болты. Еще и еще, да? Угу. Так.
А, теперь мелкие детали мы разбираем еще на более мелкие. Ты посмотри-ка. Так, еще что-то? Да, еще. Еще болт. Окей. Нет, не в смысле. Не в смысле оружие отложить. Так, что еще? Стержень выброс. А, слушай, у нас здесь подписывается, и когда мы выделяем, он у нас здесь выделяется. Ну, отлично. Отлично. Так, мне не нравится вот это вот, что нужно поднимать без конца. То есть, ну, то есть это можно бы было как-то делать и автоматически, судя по всему. Ну так, хорошо. Ролик курка. Шпилька для накладок. Так. Ведущая пружина. Так, ну, видимо, все. Разборка завершена. Почистите детали. Некоторые детали загрязнены. Протрите их ветошью. Купите детали. У вас не хватает деталей. Купите новые с помощью компа. Так, это детали, которые нужно купить, да? Это нельзя починить и стоит сдать в металлолом. Хорошо. С помощью компа. Ну, пошли попробуем с помощью компа купить. Опять щелкните, чтобы вести машину. Так, магазин запчастей, Stock and Barrel. Хорошо, давай попробуем. Так, это у нас что? Это у нас револьвер. Револьвер. Так, здесь у нас список. Ну, к сожалению, из-за меня не все видно, но хорошо, мы разберемся. Задняя часть рукоятки. А вот плохо, что она не подсвечивается так же, как при ремонте, да? Так, задняя часть рукоятки. Видимо, вот. Трубка выбрасывателя. Вот она. Стержень выбрасывателя. Ну, хорошо. Ну, видимо, ролик курка, вот он. И спусковой. Так, давай попробуем по поиску отставить на русский. Спусковой. Ну, видимо, спусковой крючок. Хорошо. Корзина. Купить. Немного повисим, конечно же. Ничего страшного. Ничего страшного. Все в порядке. Все в порядке. Окей. Так, в магазин нам возвращаться не надо. Так. Видимо, вот здесь, да? А где? А куда они делись? А, то есть новые детали уже здесь. Задняя часть. Хорошо. А, мы должны их теперь заменить. Окей. Окей. Мы не против. Так, хорошо. Оставить на столе. Ну, окей, оставим. А, теперь нам нужно чистку сделать, да? Хорошо, поехали. Ствол. А, то есть сразу все детали. Хорошо, подтвердить. Так, щелкните для выбора инструмента. Окей. Ага. В принципе, ничего сложного. Крутим детали, одновременно чистим. Так. Видимо, все. Оставлять. Оставляем. Так, щелкните, чтобы ввести машину. Возьмите ветошь для смазки. Это, видимо, вот это, да? Что-то типа ВДшечки. Ну, давай попробуем. Так, отремонтированные детали необходимо тщательно смазать. Ну давай, давай. А, то есть все очень просто, да? Хорошо.
По мелким деталям сложно попадать с первого раза. Так, обслуживание завершено. Теперь можно собрать оружие в единое целое. Ага. Хорошо. К сожалению, мы в обратном порядке это сделать не сможем, да? Ну, хотя бы так. Хотя бы как помним. Как помним, так и сделаем. Так. Что далее? Ну, хорошо. Так, окей. Так, обязательно все болты затягиваем на место. Потому что безопасность превыше всего. Это в любом случае. Ну слушай, мне кажется, мы разбирали как-то более-менее логично, что ли, было все. Собираем в каком-то вообще хаосном порядке. Максимально непонятном, неудобном. Ну хорошо. Главное, что все собирается. Так, болты на место. А, шпилька. Ставим шпильку. Все? Да, все, завершить работу. Окей. Так, положите в багажник. Чтобы испытать оружие на стрельбище, нужно положить его в багажник машины. Хорошо. Давайте сделаем. Слушай, машина прям вся такая автоматическая. Китаец, что ли? Зикар, это ты? Так, хорошо. Поищите заказ онлайн. Слушай, а мы можем поехать на стрельбище? Чтобы вести... Прежде чем приступить к стрельбе, закончите все дела в мастерской и зарядите оружие. А, окей, хорошо. Так, ну давай попробуем. Gunsmith сервис. Так, ну я предлагаю, раз мы начали делать пистолет, то взять пистолет Макарова. Нашел это оружие в мусорном баке. Некоторых деталей не хватает. Слушай, ну ты бы эти истории приберег для полиции. В мусорном баке он нашел. Даже не знаю, что с ней произошло, но предполагаю, что владелец избавился от оружия из-за его плохого состояния. Да, а может быть, он просто хотел потерять улики. Что-то какой-то странный заказ, но я думаю, нас это не должно, да, волновать. Вероятно, они не знали, что поблизости работает оружейник. О, это я. Прошу сделать ремонт в кратчайшие сроки. Планирую подарить это оружие дедушке. Да-да-да, а потом за дедушкой уже выйдут. Ну хорошо, давайте попробуем. Да. Ой, слушай. В мусорном баке он нашел, да? Прямо в таком виде. С кобурой, с ремнем, с шомполом. Мне кажется, он нас хочет обмануть. Ну ладно, нас это не касается. Так, необходимо разобрать оружие, чтобы заняться ремонтом. Да, это мы уже знаем. Поднять. Насколько я знаю, первым делом мы должны достать магазин. Thank you.
Такое чувство, что здесь еще что-то есть. Я просто это не вижу. Так, ну ладно, разберемся. Давайте отсюда попробуем. Шпилька отражателя. Ну да, я же сказал, там что-то еще есть. Основание магазина. Слушай, разобрать магазин — это очень проблематично на самом-то деле. Потому что вот эти пружины, их очень сложно обратно потом вставить. Так, хорошо, здесь у нас есть сломанные детали, есть отсутствующие, есть которые в хорошем состоянии, да? У вас не хватает деталей, купите новые с помощью компа. Ну, по старой схеме, это мы уже знаем. Погнали. С помощью компа. Магазин запчастей, шип. Да, подожди, нам нужно выбрать пистолет. Пистолет. Так, что? Шептало. Ну, это оно? Видимо, да. Так, отражатель. Давай попробуем вот так. Отражатель для оружия. Хорошо. Предохранитель спускового крючка, так, пружина курка, вот она, пружина, не видно какая, но их всего две, которые начинаются на слово пружина, так что, скорее всего, она. И спускова, что-то у нас спускова, спусковая тяга. Спусковой крючок, спусковая скоба, спускова, тяга или скоба. Давай сбегаем посмотрим. Спусковая скоба. Окей. Все. Корзина, купить, оплатить. А, прикол в том, что когда мы покупаем запчасти, конкретно нужные нам для заказа, у нас деньги не списываются. Вот, посмотрите. Если мы покупаем что-то лишнее, то деньги уже мы тратим свои. Так, хорошо. Заберем запчасти. Так. Здесь что, чистку надо? Не надо. Новые детали необходимо разместить. А, ну да, это мы уже знаем. Это мы уже умеем. Так, отремонтированные детали необходимо тщательно смазать. Это мы тоже знаем и умеем. Поехали. Есть. И да, и все. Дальше, теперь можно собрать оружие в единое целое. Ну, давай попробуем. Подожди. Почему он светится зеленым, хотя я не могу его выбрать? Да, мы, конечно, собираем оружие с полным отсутствием какой-то логической последовательности. Вот я не могу понять, это моя ошибка или ошибка игры. Но, с другой стороны, все работает, поэтому, в принципе, проблемы никакой здесь быть не должно, да? Угу. Так, не забываем собрать магазин. Угу. Все, готово. Завершить работу.
Завершить работу и убрать в багажник, да? А, нет, слушай, пора проверить работоспособность оружия. Хорошо, хорошо. Так, извлеките магазин, вставьте пули и установите магазин на место. Хорошо, магазин я извлек. Где я должен взять пули? А, это автоматически. Хорошо, потяните затвор назад, чтобы завести курок. Так, насколько я знаю, затвор у нас находится здесь. Так, предохранитель снимаем. Потянули. Взведите курок и установите переводчик огня в безопасное положение. Затем приведите в действие спусковой механизм. То есть поставить на предохранитель. Потяните затвор назад, чтобы взвести курок. Есть. Мы это уже сделали. Взведите курок и установите переводчик огня в положение выстрела из двух стволов. Ага. Из двух стволов? Ну ладно. Затем приведите в действие левый спусковой механизм. Что значат все эти слова? Так, перед завершением убедитесь, что безопасность включена. Ну, то есть ставим на предохранитель, да? Чтобы испытать оружие на полигоне, нужно положить его, видимо, в багажник, да, не успел прочитать. Ну, давай. Угу. Угу. Так, ну окей. Предлагаю на сегодня закончить. У нас здесь осталось еще два заказа. Доп. Детали для АК, автомат Калашникова, и Мосберг, дробовик. Так, ну хорошо, давайте попробуем так, завтра попробуем закончить. Ну что ж, спасибо за внимание, до свидания.